Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю влог, такой немного обо всем. У нас такое классное солнышко на улице, прям весной пахнет. Я очень уже хочу весну. Я хочу май месяц уже. Вот, меня спрашивали по поводу рассады, сажаю я что-нибудь в этом году или нет. Нет, я решила ее купить. Объясню почему, потому что у меня небольшая теплица, она совсем маленькая, и не знаю, единственное, что все-таки раздумываю, может быть, помидоры я посажу на рассаду, а все остальное я планирую купить, вот так вот, не заморачиваться. Ну, в теплице у меня в любом случае что растет? Перцы, томаты и огурцы, вот, и, ну, так, немножечко. У меня огородик небольшой, поэтому я, короче, решила в этом году купить. Единственное, что, наверное, помидорчики черри я все-таки замочу и сделаю рассадой сама. Не знаю, я посмотрю. Но пока о рассаде я не думаю, хочу май месяц. Не знаю почему, мне очень хочется уже весны. Хочется тепла, солнышко побольше, самое главное, и все в этом духе. Так, я сейчас хочу вам показать свой заказ с Wildberries. Он небольшой, но у меня постоянно, знаете, я постоянно что-то там получаю, постоянно мне надо зайти что-то забрать и так далее. В общем, наверное, все как у всех. Но на Wildberries очень много полезных вещей, на мой взгляд, можно приобрести, не надо нигде бегать, искать и так далее. Во-первых, я хочу показать, я заказала снова тушь. Помните, я вам показывала в предыдущем видео, я просто оставлю на нее ссылку. Это у меня панорамный объем, которая тушь для ресниц, да, панорамный объем, написано почему-то на ней для тонких ресниц, ну, я бы не сказала, что это для тонких ресниц, вот, классная тушь, вот эта белорусская от Luxe Visage, она подкручивает, делает объем и удлинение для ресниц, супер, не отпечатывается, не размазывается, не... Ну, просто идеальная тушь, не осыпается, вообще, мне очень нравится. Удаляется обычной мицеллярной водой и супер. Также на Wildberries, так как у меня в душе весна, я вам уже говорила, я решила себе заказать вот такую вот, мне пришла в коробочке, машинку для удаления катышков. Я ей еще не пользовалась, потому что, ну, вот-вот получила заказ. Кстати, тушь у меня вот эта, она уже, ну, как бы закончилась, да, заканчивается. И я заказала новенькую, точно такую же. Так, машинка для катышки, для удаления катышков с одежды, вообще с любого текстиля. Я давно хотела такую вещь, и не знаю, почему я не приобретала. Обычно я удаляю катышки, если они появляются, с одежды при помощи бритвы. Но можно испортить вещь. И я один раз испортила, то есть... Я перетрудилась, то есть слишком сильно стала нажимать и повредила саму ткань. А так как это трикотажные вещи в основном, да, образуются катышки лично у меня, то, ну, совсем повреждаются вещи, поэтому я решила, что все-таки, чтобы не портить вещи, мне нужна вот такая штука. У меня же весна, да, я вещи теплые, совсем теплые вещи уже хочу убрать, достать более прохладные. Но у нас еще погода такая, днем плюс 2, плюс 3, ночью там минус 2, и как бы уже там сильные теплые вещи уже нет необходимости. Наверное, ранняя весна у нас наступает, но у нас еще могут ударить морозы. В любом случае, некоторые вещи хочу уже убрать, и прежде чем их убирать, по окончанию сезона я всегда привожу их в порядок. То есть, если есть какие-то пятнышки, я их удаляю. Если есть какие-то, не знаю, катышки, то я их тоже удаляю и так далее. Это мне понравилась эта машинка. Во-первых, у нее большая площадь, на мой взгляд. Да? То есть, можно быстренько удалить даже, например, с какого-то домашнего текстиля. Если образовались катышки, можно легко и быстро удалить. Я еще не пробовала, хочу попробовать вместе с вами. Я как раз постирала свой костюм, такой он у меня из кашемира и шерсти, и шапочка у меня для моего младшего сыночка, мне образовались катышки, шапочка это очень нравится моему сыну, и я хочу с нее тоже удалить катышки. Давайте удалим вместе с вами. Здесь, ну, вот эта вот решеточка, много положительных отзывов прочитала на Wildberries, поэтому решила заказать вот такая. В комплекте идет шнур, только нет вот этого адаптер, да, это называется, но у меня их дома полно, поэтому
Супер. Она получается беспроводная, то есть вы просто заряжаете и пользуетесь. Я вот ее получила, подзарядила и хочу попробовать вместе с вами. Давайте удалим катышки. Так, смотрите, девочки, вот мой костюм. Ну, у меня кофта и брюки, костюм, который я, кстати, очень сильно люблю. Я его таскаю все время, каждую зиму. Здесь состав шерсть кашемир, как я уже говорила. И у меня образовались, то есть сам костюм в хорошем состоянии, у меня образовались катышки вот в этой области. Видите, какие они? Причем они становятся очень-очень заметными, на мой взгляд. И я хочу вместе с вами их удалить. И здесь у меня, по-моему, на манжетах немножечко. Да, вот на манжетах немножко удалю. И вот здесь вот. Давайте вместе с вами. Смотрите, какой классный результат у нас получился. Просто, на самом деле, если бы я все это делала сейчас бритвой, как я делала до этого, то я бы делала это намного дольше, и эффект был бы не такой. Я бы 100% повредила бы вот эту ткань. В общем, прямо супер. И немножечко давайте, здесь у меня дальше с ними все, катышков больше нету нигде. Да, и давайте... Немножко у меня вот здесь вот на манжетах. Ну, тут совсем чуть-чуть, правда. Но попробуем. Все, идеально. Здесь вот эта у меня ниточка, надо ее обрезать аккуратненько. Даже мелкие катышки идеально удалили. Эта машинка просто супер. Так. И вот такая вот у меня черная шапочка. Я не знаю, видно будет на камеру или нет. Но у нее тоже, видите, есть катышки. И я хочу... Видно, да, наверное? Не знаю, видно, не видно. Но у меня в основном черные вещи. Вот. И сейчас тоже удалим катышки. Вон, видите, сколько внутри? Много всякой грязи, да? Давайте будем удалять. Супер! Шапочка стала вообще реально как новая, девочки. Супер! Даже миленькие катышки очень хорошо удаляют. Давайте, смотрите, сколько у меня здесь насобиралось. Вот такое огромное количество катышек я собрала со своей одежды. Вон тоже черные такие, видите, сколько. Прям вон видно срезанные катышки. Надо будет почистить. Поставить снова на зарядку. Супер вообще, девочки. Это моя теперь палочка-выручалочка. Просто идеально. Я сейчас почищу хорошенечко. И я думаю, что найду еще всякие... Плохо я закрыла. Всякие вещи. У меня еще шапка у мужа тоже есть катышки. Правда, он не ушел. Вот. И... у старшего сына. В общем, супер, девочки. Я всем от всей души рекомендую. Мне очень понравилась эта машинка. Реально, вещи стали... Вот шапка стала как новенькая, без катышков, без всего. Супер. Вон сколько, видите, пыли. Пыли, катышков и всего остального собрал. Ссылочку я вам обязательно оставлю. Советую от всей души. Вот просто... Просто крутая вещь. Тем более, как я уже сказала, весна, мы будем убирать теплые вещи уже. И как раз, чтобы их убрать и привести, точнее, вначале привести в порядок, потом убрать, машинка просто идеальна. И Касперюша тоже. Касперюша, у тебя есть катышки? Давай тебя тоже. Машинка, пройдемся тебе. Касперюшенька, весна пришла. Да, ты мой сладкий, вредный кот. Вреднюшка ты моя. Да, вреднюшка. Вот такая. Не трогай меня, да? Вот так вот. Как же не показывать Касперюшу каждый день?
каждом видео он должен быть, да? Говоришь, самый красивый в мире кот. Красивее меня вообще никого нету. Ну и раз у нас такой влог получается, хочу также рассказать про средства, которые вот я показывала в предыдущем влоге. Кондиционер для белья. Смотрите, сколько у меня уже нету. До этого я покупала вот такой Эколэнд. Разные вот эти вот есть это тропический лес. Там, в общем, вот это розовый у меня был. Видите, полностью закончился. И еще такой же голубенький. Вот этот мне понравился больше. Он более густой. Ну, я не скажу, что он прям совсем густой, да, но более гуще, чем вот этот. И больше ароматы, больше мягкости белья, чем вот этот. Этот стоит 490, этот я покупала за 560. То есть разница небольшая. И получается, вот этот мне понравился больше, реально. Буду покупать теперь его и попробую и средства для стирки от Grass. У меня были средства для стирки от Эколэнд, тоже 5-литровый заказывала. Ну и также спрашивали меня про вот это средство для мытья посуды от Grass. Смотрите, какое оно густое. Вы посмотрите. Я не знаю, мне вот этой канистры на миллион лет хватит. Ну, не на миллион лет, но на год, наверное, точно хватит. Может быть, меньше. Я мою, как уже говорила, и столешницу, и плиту, если вот надо, знаете, немножко там, она слегка запачкалась, нет никакого там прям жирного такого сильного загрязнения у плиты, да. Я могу вот так пройтись губочкой именно вот этим средством. Очень мне понравилось, приятный такой аромат, кожу рук не сушит вообще, удаляет жир на ура, и при этом... Очень экономичный за счет того, что он густой. Мне понравился. Я буду покупать, наверное, еще. Ну, не наверное, а это точно. Вообще, марка Grass мне очень нравится. Бытовая химия от этой марки. Больше даже, чем... Ну, был такой одно время популярный, да, синергетик. Но я синергетик пробовала. Не все, конечно, продукты от синергетик. Но мне Grass... нравится намного больше, я вам честно признаюсь, потому что он ну прям работает и не разъедает руки, ничего. Кондиционер точно повторю, и вот закончится у меня вот Эколэнд средство для стирки, я, ну гель для стирки я имею в виду, я возьму гель для стирки от Grass, они чуть подороже, но я так понимаю, что эффект намного лучше. Я довольна средством для мытья посуды. Меня спрашивали: Наталья, у вас же есть посудомойка, зачем вам средство для мытья посуды? Ну как зачем? Во-первых, мыть столешницу, плиту и так далее и тому подобное. Во-вторых, например, те же сковородки я не мою в посудомойке, потому что посудомойка портит покрытие, что бы там ни было написано, все равно портит покрытие. Потом, например, ножи с деревянной ручкой нельзя в посудомойке. То есть все, что там деревянные какие-то лопаточки и так далее, все, все деревянное, в общем, нельзя мыть в посудомойке, потому что дерево начинает рассыхаться, раскалываться. Вот, поэтому что-то я мою руками, что-то в посудомойке. Вот так. Но советую прям, рекомендую. Ссылочку я вам, конечно же, оставлю. На Вайлдберриз я заказывала, если еще не сказала. Я тут приготовила еще обед. Приготовила два супчика. Два. Первый это детям. Такой суп горох. Сварила из обычного гороха. Как-то я его покупала. Вот, то есть обычно. Вот. Тут я кастрюля у меня нормальная, просто из-за того, что много на плите что варилось, немножко запачкалась ручка. Вот такой у меня суп горох. У меня мясо дети не любят в супе, поэтому я варю на костном бульоне, вытаскиваю мясо и вот дальше заправляю сам суп. То есть бульон у меня куриный в данном случае. Запачкала ручку тут, вот, извиняюсь, потому что у меня здесь еще варится свекла, я ее буду просто, ну, с чесночком потру к ужину. Так, и здесь у меня что-то наподобие солянки. Добавила сюда все, что у меня было, какие-то обрезки колбасок, сосиски вот замороженные достала, мне оставалось немножко в морозилке, да, картошечка, огурчики и, ну, в общем, такое. Сборная прям солянка, девочки. И все, что было, все сюда набросала. У меня такой суп любит муж, поэтому для него сварила. Здесь я варила на говяжьем бульоне. Ну, как бы у меня говядина на косточке была. Поэтому тут еще немножко мяса говядины. Вот, вот такие вот, в общем,
наготовила. Ну, это на ужин она как раз остынет. Я ее потру с чесночком, со сметанкой. Будет очень-очень вкусно. Вот, также меня спрашивали, как все-таки я кормлю своих животных мясом. Вот, я показываю. Это Бонни. Здесь обрезки говядины, куриный фарш и нарезала сердце говяжье, которое я покупала в ленте в предыдущем видео, вы можете увидеть. Это котам. Извиняюсь за грязные миски, после завтрака я им не помыла. Вообще, я им мою не каждый день миски, честно признаюсь вам. Вот, им то же самое. Нарезала, ну, кто-то все съедает, как Леофан, кто-то выбирает кусочки. Поменьше Джуси и, соответственно, побольше Бонни. Вот они уже тут ждут, уже не могут, изнемогают все, голодные. Это у них такой ужин у меня. Им достаточно полноценно. Вот. И рыба, которую я покупала в ленте, муж решил ее засолить. У меня засаливает всегда муж, я не умею это делать, точнее, никогда не пробовала, поэтому делает это всегда муж, добавляет черный перец, соль, сахар. Он еще мне добавляет обычно, ну, какие-то сухие травки, но у меня что-то ничего не оказалось в моих запасах. Вот так вот оставляет в мисочке на 2-3 дня. Он еще потом пробует, добавляет, если нужно, сахар или соль. И... ну, пищевой пленкой и в холодильник убирает. Точнее, немножко она стоит на столе, буквально пару часиков, а потом он убирает в холодильник, и мы кушаем. Ну, а вечером я принимаю ванну. Тоже в ленте покупала вот такую соль с пеной для ванны. Целый пакетик. Высыпала сюда молоко и мед. Как вы видите, пены не очень много, но приятный такой аромат, какой-то такой косметический. Я бы не сказала, что прям медом пахнет. Вода стала такая желто-зеленая какая-то. Вот. Но мне очень понравилось. Очень понравилось. Производство это России. Кожа мягенькая такая после ванны с этим принятия ванны с этим средством. Прям супер, рекомендую. И нанесла на личико вот такую масочку от Аравии. Она как бы такая немножко как глиняная. Как раз вот когда принимаешь ванну, очень хорошо, она не подсыхает в таком случае на коже лица. И мне очень понравилась вообще марка Аравия. Мне очень нравится. Это прям открытие мое, я бы так сказала. В общем, вот такими средствами я сегодня использовалась. Мне очень понравилась соль. Пены немного. Кто любит такую крепкую пену, это, наверное, не для вас. Но эффект на коже прям потрясающий. Ну, а я на такой релакс-ноте на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Ссылки все под видео. Обязательно переходите, смотрите. Вот. Всех люблю, целую. И до новых встреч.